весной перед Мацестинским виадуком появилась трещина в дорожном полотне. По всей видимости, скоро тут начнется ремонт, предположил автор видеоролика в местных сетях. Для других же водителей такой опасный сюрприз стал неожиданностью. Водители предупреждают об опасном участке знаки, ограничение скорости и неровная дорога. Очевидцы сообщают, что разлом уже не дал проехать «Газели», грузовой автомобиль потерял колесо. А еще автомобилисты говорят, что ремонт должен быть капитальным, ведь трещина большая, ее размер больше 10 сантиметров, сюда поместится даже целая ладонь. А наехав на так называемую ступеньку, можно повредить и амортизаторы. Перепад слишком большой, водителям надо быть внимательными до того, как дорогу начнут ремонтировать. Это не единственный оползень в Сочи. В Блиново сошел сель. Вот видите, просто целый кусок глины. Не знаю, почему внезапно сошлась. Видите, отошли камни, вообще просто все отошло. Вот такая кладка была. Здесь подвижки грунта начались еще примерно 10 дней назад. На дорогу сошла грязевая масса с деревьями. Сейчас на месте идут работы по расчистке. Юлия Паценко, Александр Сорочан, Кубань-24, Сочи.